Одна из основных задач мужчины – защищать свою страну. В Кировском районе Санкт-Петербурга ребят к прохождению военной службы готовят с молоду. Так, 23 сентября в Суворовском военном училище МВД России состоялся районный военно-спортивный праздник «День призывника». Здесь ребята показывают навыки, которые нужны будущим защитникам Отечества. Для того, чтобы посмотреть, ребят собрать, чтобы они могли проверить свои физические навыки, посоревноваться друг с другом. В общем-то, эти соревнования и проводятся, когда сверстники могут сравнить, кто сильнее, кто быстрее. Соревнования проводятся уже в 12-й раз, и проходят они в 4 этапа. Стрельба, бег на 60 и 1000 метров, подтягивание на перекладине и военизированная эстафета. Участвуют 8 команд из образовательных учреждений района. В этом году в общей сложности всего 92 человека. Я просто спортивный человек, люблю соревнования. При первой же возможности хочу в них участвовать. Мы сейчас прошли пока только один тур, стрельбу с винтовки. Впечатления отличные, понравилось. Пока одни проходили один этап, другие проверяли себя на прочность в других дисциплинах. Пожалуй, одним из самых зрелищных этапов стала военизированная эстафета. Здесь ребята на время собирали и разбирали автомат, бегали в пожарных костюмах, переносили раненых и кидали гранаты. На всех этапах соревнований девиз был «быстрее, выше, сильнее». На всем этапе надо на максимум отрабатывать, чтобы занимать первые места, чтобы стремиться, что они пришли сюда не зря. Чтобы смотреть, вот суворовцы здесь живут, тренируются, я думаю, все-таки они выиграют, как бы каждый год они побеждают, и думаю, в этом году не подведут, потому что ребята более подготовленные. В зачет пошли 8 лучших результатов. Прогнозы судей оправдались, и первые 2 места заняли 2 команды суворовцев, а 3-е место занял колледж судостроения и прикладных технологий.